Вот уроки сделаешь, потом будет немного. Да, мам, ну так тихо! Тебя же слышу. Здравствуйте, это вы его друг, да? Я отберу у него админ. Ты понял? Я у тебя админку отбираю, все, ты больше не будешь играть. Да нет! Я хочу, чтобы вы забрали админку, да. Я приду через 5 минут, чтобы ты начал делать урок. Хорошо. Иначе ты не сядешь за компьютер. Установи себе префикс ютубер. Телепортируйтесь к Гриферу. Также ты с легкостью можешь превратиться в абсолютно любого моба. Грифер будет думать, что вы летающий ифрит. Затем вырежете им половину его сундуков. И обязательно посадите Грифера в тюрьму нашего сервера. Пускай он сидит за решеткой. Обязательно напишите от имени сервера, что в тюрьме находится Грифер. И наблюдайте, какое огромное количество игроков пришло посмотреть на этого Грифера вместе с вами. Ну и, конечно же, забаньте этого Грифера от имени канала. Пусть он увидит такую замечательную надпись. Мы специально разработали привилегию владельца сервера таким образом, чтобы вы смогли снимать антигрифишон на нашем сервере Сержокрафт. Вы сможете менять себе абсолютно любой префикс, превращаться в любого моба, сможете посадить даже Грифера в тюрьму. И в честь Нового года мы решили сделать огромные новогодние скидки 95%. Поэтому не пускай свои шансы, скорее снимай также антигрифер шоу на сервере Сержокрафт. Всем привет, дорогие друзья, срочно хочу сказать, что человек пишет все на варп взлом. Я сейчас взломаю Краштену спаван мой ник Redcoil 1234. Смотрите, если мы с вами пропишем варп взлом, как он там писал, мы окажемся вот здесь вот. И это, смотрите, он не простой выбрал место, он выбрал место тюрьму. Кстати, игроки писали то, что здесь ошибка, тюрьма, да. Я, когда строил эту карту, забыл здесь мягкий знак, поэтому не вините меня, у меня с русским бывает плохо. Ну и не с русским, точнее, просто я забыл, что здесь должен мягкий быть знак. И он бы и так не влез. Поэтому, ну ладно, нормально, тюрьма, понятно же. Слушайте, очень серьезно, кстати, человек же хочет взломать сервер. Где там он? Redcoil. Кстати, смотрим, помните этот ник Redcoil? Вот, смотрите, у него префикс консоль Redcoil 1234. Видите, какой у него префикс? Вот он летает. Если вы помните вдруг, то в прошлом ролике, прям в прошлом, у него был ник Redcoil просто и был префикс Опка. Он вложил в игру при мне 100 тысяч рублей, донатил там куда-то в Майнкрафт. И теперь он понакупил реально аккаунтов. Он начинает потихоньку их покупать. Видите, у него ник не особо изменился. Называется он Redcoil 1234. Вот, а смотрите, плеер Redcoil кикает УТФ пошел вон. Смотрите, он кого-то кикнул. Может быть, он даже кого-то забанил, да я не заметил. Он все, он начинает вообще беспределить. Он как обещал, типа, будет банить, кикать. Слушайте, я на самом деле банил его по IP. Только мне это что-то не помогло. Мне это нифига не помогло. Он до сих пор здесь, видимо, просто если человек Wi-Fi роутер перезагружает, то ему, в принципе, уже не помогает этот бан по IP. Он может опять перезайти. Вот, и он... И все пишут, что он плохой, что он свинья. Ну, сервер он вряд ли взломает, да, он имел в виду, крашнет и взломает, это вот забанит всех, наверное. Но всех он не забанит, так тут защита все-таки стоит. Но потихоньку он уже кикнул, он владелец сервера, да, то есть он... Купил опять админку, вот это вот, владелец сервера. И он теперь банит, кикает, что-нибудь еще со всеми делает, и ему на все пофиг. Он опять отдал 500 рублей, конечно, он их опять потеряет, потому что я его забаню, естественно. Вот здесь все люди, они стоят, я на самом деле сейчас пристально слежу за чатом, что он еще может сотворить. Кстати, в тюрьме не было людей, слушайте. В тюрьме не было людей, он начал сажать... О, он опять пишет в бродкаст «Все на варп взлом». Я сейчас взломаю сервер, крашну цветным ником, пишет, чтобы все видели, все четко придумал человек, зазывает всех людей. Владелец сервера, да, может такое сделать. Я борюсь с тем, чтобы они этого не делали, но все равно. Я сейчас буду ему звонить, я скайп-то его оставил, он у меня в скайпе, только он показан, что он типа невидимый, но реально он как бы видимый. Я думаю, вот он же играет вживую, то есть он никуда не исчез, он просто сделал так. Кстати, я его что-то потерял. Куда он у нас делся с вами, наш Redcoil? А можно к нему тпхнуться? Redcoil 1, 2, 3, 4. А, ну вот он летает, да? Кстати, кто-то может, наверное, верить, что он действительно консоль, что он действительно будет сейчас что-то делать плохое, но я не знаю. Давайте с ним все-таки... А что с ним связываться? Давайте ему звонить конкретно. Кстати, хочу сказать то, что он в тюрьму, я тут продолжу, он в тюрьму-то посадил людей. Здесь не было столько людей, это он делает наверняка. Сейчас, где вот он здесь у нас? Давайте не будем томить. Он пишет скоро, вон, что-то в чат пишет, типа скоро. Сейчас я ему позвоню, отберу ему опять при нем прям привилегию. И пускай он плачет. Вон, смотрите, пишет ему уже краши уже. Уже люди ждут, типа, ну и где краш? А ничего нету, естественно, да, потому что он не сможет крашнуть. Он сможет, ну, короче, он
Да, звонит. Вот, где мне его скайп? Я сейчас в скайпе лазю с ним. Вот он. Вот прям при вас звоню. Он в чате опять что-то. Алло. Здравствуй. Алло. Алло. Да что? Ты что делаешь-то? Ты что, забыл меня? Ты меня помнишь вообще, кто тебе звонит? Кто это? Какой кто это? Ты что, в скайпе вообще-то я у тебя до сих пор есть. А, это ты что ли? Да, это я что ли? Я вообще-то с тобой уже общался, я тебя банил. И что, у меня новый владелец, и скоро я крашну твой сервер. Конечно, крашнешь. Крашну ты не сможешь, здесь защита стоит. Но я не понимаю, зачем ты все-таки 100 тысяч потратил. И сейчас ты что, вот зачем ты опять купил? А зачем ты человека сейчас в тюрьму посадил? Зачем ты при мне сейчас кикнул? Ты, видимо, забанил, да, кого-то? Ну да, и что? Ну зачем? Я у тебя сейчас отберу я опять... Я так хочу. Ну я у тебя отберу опять привилегию, понимаешь? Не отберешь. Ну отберу. Тут сколько... Ты зачем столько людей сюда позвал? Ты что, опять за компьютером, что ли? Да мама! Да мама, тихо! Опять ничего не задавали? Ну... Опять у вас что, тестирование по всем предметам было, что ли? Да тихо, дай поиграть! Как тихо? Ну-ка, уроки когда делать будешь? Потом, да дай поиграть ты мне! Ты зачем купил эту одну, а? Я хочу им! Уроки, уроки, прежде всего уроки, потом игра! И что? Ну когда дай поиграть! Да дай немного поиграть! Уроки, потом играть! Да не, ну дай немного! Нет! Надо уроки сделать! Да, правильно, значит, сделай уроки! Сделай, потом играть! Да, иди уроки делай вообще! Нет! Да! Да ну мама! Да, я сказала, уроки! Что задавали? Сколько? Ничего! Опять скажешь, ничего не задавали? Так делать, друг мой, не пойдет. Отберу компьютер. И вообще не сядешь за него. Ты понял меня? Мама. Что мама? Что мама? Уроки какие задавали, я спрашиваю. Играешь, да? Да. Отберу компьютер, сказал еще раз. Че, он мама говорит, он компьютер отберет. Не. Да. Да дай мне поиграть. Я по-русски говорю. Компьютер не. Отберу. Я тебе говорю, Руслан. Ну еще немного. Немного это сколько? Ну не знаю. Вот уроки сделаешь, потом будет немного. Ты меня понял? Ну пожалуйста. Нет. Нет, я сказала, уроки. Мне играть надо еще. А уроки не надо делать? Нет. А кем ты вырастешь? Я милиционером. Ну что, они тупые что ли, милиционеры? На весь сер напишу. Отберу компьютер. И сядешь вообще никогда за него. Потому что ты не понимаешь. Ты сразу берешься, играешь, а потом делаешь, как попало, уроки. Да, мам, ну так тихо! Тебя же слышишь. Ты с кем вот играешь? Я с одним плохим человеком. Почему плохим? А что я плохой-то, я не пойму. А зачем? Потому что ты меня банил. А зачем с плохим играть? Ну, мама, дай поиграть. Руслан, уроки, говорю, делать давай. Ну не. Я приду через 5 минут, чтобы ты начал делать уроки. Ты понял меня? Хорошо. Иначе ты не сядешь за компьютер. Хорошо, все, иди. Через 5 минут я приду. Чти. Смотри, сейчас через 5 минут придет мама у тебя. Ну и что? Руслан, 5 минут прошло. Я не вижу у тебя на столе учебника. Почему ты сидишь за компьютером? Ну-ка давай мне компьютер, быстро. Мама! Алло? Алло? Да, да. Здрасте. Здравствуйте. Это вы его друг, да? Ну, почти. Ну как друг? Я не совсем друг, наоборот. Так, наоборот это как? Ну наоборот это, вот он играет, вот видите, он играет в игру, видите? Вижу. Вот, здесь игроки бегают, тоже видите, да, вот это все. Да, да, вот, да. Вот я владелец того, где он играет. То есть я звоню ему с жалобой, что он портит людям игру. Он их убивает, он им игру блокирует, он вообще не знает, что творит, потому что он вложил сюда деньги и 100 тысяч рублей, как он мне сам говорил. Вы можете об этом так вообще... Так это он вложил еще и деньги, 100 тысяч, да? Да, он 100 тысяч вложил, вот, ваши, наверное. Это ясно, что наши. Вот он их вложил, и здесь вообще не знаю, что творит в игре. Вот так, и... ну что?
Мы теперь придется на ему запретить играть. Да. Уроки, 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 главное уроки. Какая может быть игра? Запретим, конечно, запретим. Да. Вы сами одобряете, да? Деньги не жалко. Я одобряю, я забираю. Да, насчет денег я разберусь. Это что такое, если он даже мешает? Какие вообще мешает, игроки жалуются. Так, я отберу у него админку, все. Да. Ты понял? Я у тебя админку отбираю, все, ты больше не будешь играть. Да, мама, да нет! Как нет? Да дело в том, что ты людям мешаешь, уроки не делаешь. Какая может быть игра? Вы хотите, чтобы вообще я забрал админку ведь, да, правильно? Конечно, я хочу, чтобы вы забрали админку, да. Все, я... Да нет, ну мама! Да. Все, будет сделано в лучшем виде, админку заберем и попросите его, чтобы он вообще больше не играл в эту игру на самом деле. Потому что хорошо. Я не могу попросить, а вы, мама, все. Я буду рада, я буду рада. Все, где там он? Хорошо, все, договорились, все, всего доброго. Всего вам наилучшего. Угу, спасибо. Всего, до свидания. Все, дорогие друзья, я положил трубку, админку заберем. Я прям сейчас при вас, смотрите, мама же сказала. Сейчас мы сделаем его обычным игроком, если он еще здесь. Так, где он у нас? Ника вроде правильно указал. Вот, сейчас он все, он уже не админ. Ну ладно, смотрите, не будем томить, давайте сделаем бан Red Coil 1, 2, 3, 4. Вот так вот сделаем, все. И он уже не... Вот, консоль банит Red Coil 1, 2, 3, 4. Все, он здесь больше играть не будет. Вон, видите, кто-то пишет, почему я в тюрьме, потому что его посадил этот плохой человек. Все, мама сказала, мама это святое, мама на нашей стороне, играть ее больше не будет, поэтому всем спасибо. Я думаю, ролик был прикольный, вот и вся история с этим грифером закончилась, поэтому всем пока, друзья. Заходите на сервер, здесь бесплатные админки, и также снимайте антигрифер шоу, становясь владельцем сервера, потому что это привилегия создана для того, чтобы снимать антигрифер шоу. Поэтому удачи, всем спасибо, всем пока. Всех ждем на сервере. Получайте бесплатную админку. Дорогие друзья, обязательно я должен сказать об одной фишке нашего сервера, которую я уже упоминал, но все-таки скажу еще раз. Мы над ней старались, мы ее делали, мы долго сидели, поэтому если вы хотите получить какую-нибудь привилегию совершенно бесплатно, то обязательно заходите на наш сервер Сержукрафт, IP в описании ролика. Вы посмотрите, у нас здесь красивый спавн, красивые голограммы, красивые люди, все красивое, туннель, который можно упасть, но ты никогда не упадешь. Поэтому прописываем просто спокойненько с вами команду free. Смотрим на донат за время, пожалуйста. Мы можем получить VIP за 24 минуты, админки за 72 часа и основатель за 240 часов. Все вполне реально. И смотрите, я сам здесь отыграл уже 378 часов. Сам лично отыграл, поэтому могу любую привилегию здесь получить, пожалуйста, легко. И также можно получить донат за убийство. Например, совершив 20 убийств, мы получаем ключик от кейса. Этот ключик мы используем для того, чтобы выбить какую-нибудь привилегию. Например, VIP премиум креатив админ суперин или основатель сервера. Любую можно выбить, но не обязательно вы ее выиграете. Это лишь шанс победы. Поэтому заходите на сервер Сержикрафт, IP в описании ролика. Здесь очень много, я часто снимаю, общаюсь с подписчиками. Заходите. Главное то, что вы можете получить админку бесплатно. Всех жду, всем пока. Спасибо, обнимаю всех, друзья мои. Все заходите.